Возле жилкомплекса «Парус» в автокатастрофе погиб 27-летний водитель «Тойоты Камри». Он на большой скорости лоб в лоб врезался во встречный Nissan Patrol. Предполагаемый виновник ДТП погиб через несколько минут. Его раздавило элементами кузова, вошедшими в салон. Эти кадры сняты через 5 минут после удара. На месте работают врачи скорой помощи. В первую очередь они начинают заниматься человеком, который находится внутри вдребезги разбитой Камри. Осмотр показывает, что в помощи он не нуждается. Медики тут же спешат к водителю внедорожника. Тот жив и даже в сознании, но испытывает нестерпимую боль. У мужчины сломана коленная чашечка. Со всеми предосторожностями его вытаскивают с водительского места. Через 10 минут он оказывается в салоне реанимобиля. Опросить его полицейский не успевает, им остается надеяться только на показания очевидцев. К счастью, таковые имеются. Люди завороженно наблюдают за работой приехавшего звена спасателей. Их вызвали для того, чтобы вырезать из машины умирающего. Пока сотрудники МЧС мчались на место, повод к вызову трансформировался. Теперь из Камри нужно было вытаскивать уже тело. Выжить 27-летний водитель шансов не имел. После столкновения с автомобилем, превосходящим по массе Камри в 3 раза, мотор легковой машины оказался вмят в салон. Шофера раздавило месивом из металла и пластика вдоль секунды. Через 15 минут скорбная работа закончена. К осмотру места события и опросу очевидцев приступает следственная группа. Те, кто наблюдал крушение, были уверены. На встречную полосу выехал водитель легковой машины. Он мчался в направлении центра города и по какой-то причине оказался на 2-й полосе встречного направления. Слово молодым людям, которые ехали перед патрулем по первому ряду. Камри пролетела мимо них в каких-то сантиметрах и врезалась в едущий следом джип. Но я увидел вообще в последний момент крайне. Вот. Я ехал по первому ряду, он по второму ряду его заметил, вот. Не успел толком ничего понять, и сзади уже вот это вот произошло. Ну, как осколки прилетели в машину, все. Оборачиваясь назад, машина уже вот на это так. Так он быстро до сюда начался? Ну, мы не видели. Я, честно, его увидел в последний момент буквально. Получается, он по встречке, да, катился? Да, ну, вот, по второму ряду, вот, по нашей полосе. Личность умершего была установлена на месте крушения. В разбитой Камри нашли паспорт погибшего шофера. Водительского удостоверения при нем не было. После проверки по базе данных ГИБДД стало известно, что прав водитель Камри был лишен до 2015 года за езду в пьяном виде. С места происшествия Сергей Полуэктов, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук. На остановке Индустриально-экономический колледж под колесами автобуса пострадала 12-летняя девочка. Шестиклассница, ученица 11-й школы, добиралась домой после занятий. Ребенок поскользнулся, когда пытался залезть в ДЭО. 15-тонная корейская машина проехала задним колесом по ноге девочки. Первыми на помощь девочке кинулись пожарные. ДТП произошло в 10 метрах от въезда в часть. Спецсредства, необходимые для оказания первой помощи, у сотрудников МЧС были под рукой. Сегодня находились на дежурной смене. Поступил сигнал от прохожей женщины, что попала девочка под автобус. Мы отреагировали, взяли носилки. Вытащили ее из-под автобуса, принесли себе в часть. Врачи отреагировали на вызов не менее оперативно. Ближайшая подстанция расположена у соседней автобусной остановки. На месте медики наложили шину, диагностирован перелом лодыжки. На месте ДТП остался водитель ДЭО. Пассажиров, так рьяно ломившихся в автобус, ему пришлось попросить выйти. 59-летний мужчина оказался шокирован произошедшим. Это дорожное происшествие в его 40-летней шоферской практике оказалось первым. Он рассказал, что видел, как толпа желающих попасть в теплый салон автобуса ринулась к дверям ДЭО. Вероятно, в давке малышка поскользнулась, а взрослые отреагировали слишком поздно. Остановки нечищенные. Люди ждут машину, автобус, уехать домой. Не могут уехать. Полные остановки. Автобус переполнен, двигается. Они встречают в начале остановки и двигаются возле двери, не опасаясь ничем, чтобы подскользнуться, под колесо попасть. И сегодняшний случай получился так, что девочка шла в надежде доехать домой на этом автобусе. Ее запихали под колесо. Правда, в случившемся водитель винил вовсе не людей, стоявших на остановке, а дорожные службы, которые должны были следить за состоянием остановки и вовремя посыпать скользкие участки. Последнее слово осталось за инспекторами ГИБДД. Именно они примут решение, кто понесет ответственность за увечья ребенка. Аналогичный случай произошел в Хабаровске недели ранее. В жилмассиве 5-я площадка под автобус при точно таких же обстоятельствах упала женщина. С места происшествия Виталина Кондрахина, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.
Выгрузку леса на федеральную трассу совершил водитель КамАЗа возле поселка Корфовский. Из-за череды нелепых случайностей шофер нечаянно поднял кузов и высыпал на дорогу 13 тонн древесины. Авария не случилась только потому, что за грузовиком никто не ехал. Два десятка бревен, раскатившихся по шоссе, перекрыли половину проезжей части, ведущей в Хабаровск. Из бассейна реки Матай, которая расположена на юге района имени Лозо, мужчина возит кругляк уже 8 лет. 200-километровый маршрут не слишком сложен. Бывали досадные промахи, но такой конфуз приключился впервые. А все из-за того, что шофер пропустил время до заправки. До Хабаровска оставалось ехать всего ничего, но останавливаться все же пришлось. Дальнейшее водитель представил как череду нелепых случайностей. У меня солярка кончалась, ага. Остановился, подкачал, потом машина заглохла. Угу. Я выключил зажигание, ага. Пока качал солярку, подмерз, решил печку включить. Кнопки рядом, это подъем кузова ниже этой кнопки печки. Ага. Я вместо печки включил этот в темноте. Подъем кузова. Рассыпавшиеся по проезжей части бревна, шофер самосвала лесовоза попытался обозначить в темноте при помощи своей машины. Он развернул КамАЗ против движения и включил аварийные огни. Пока таежный дальнобойщик по телефону пытался найти хоть кого-нибудь в городе, кто мог бы помочь ему погрузить лес обратно, топливный бак окончательно опустел. 2 часа шофер провел в промороженной кабине, пока не приехали сотрудники ДПС. Они приняли эстафету, осветив фарами патрульной машины завал на асфальте и привлекая внимание других водителей к опасности проблесковыми маяками. Тем временем шофер КамАЗа на попутной машине съездил до АЗС и привез оттуда дистопливо. Залил его в бак и в предвкушении обогрева повернул ключ стартера. Неприятности продолжились. Оказалось, что разрядился аккумулятор. Сколько ни бился водитель КамАЗа, уговорить кого-либо из проезжающих помочь запустить двигатель ему не удалось. Дальнобойщик решил ждать утра. Компанию шоферу самосвала пришлось составить полицейским. Покидать опасное место они не имели права. Присутствие инспекторов спасло замерзающего водителя. По крайней мере, он имел возможность греться в салоне патрульной машины. С места происшествия Евгения Куликова, Мария Склярова и Степан Симонов. В ночь на четверг на улице Запарина полностью остановилось автомобильное движение. Многие водители так и не смогли преодолеть крутой спуск от улицы Ленина к Уссурийскому бульвару. Повреждены оказались 3 иномарки и отечественный микроавтобус. Причиной этого побоища, как ни странно, стала основательная уборка дороги. Наибольшие потери понес владелец Мазды Френди. Его машина опрокинулась прямо на середине опасного участка дороги. Автомобиль завалился на бок после того, как начал скатываться на снежный бруствер, оставленный прошедшей накануне техникой. Прямо шел, понесло вот так вот. И вот сюда вот колесом об сугроб его опрокинул. Задним, да? Передним колесом на сугроб заехал. Никто не пострадал? Девушка чуть-чуть руку там зашибла. 20-летней пассажирке, занимавшей переднее сиденье, пришлось обратиться в травмпункт. Врачи зафиксировали у девушки ушиб руки. Остальные аварии произошли уже после падения микроавтобуса. Через несколько минут количество проигравших снежно-ледовую битву увеличилось в 3 раза. Сначала жертвой неуправляемого заноса стал водитель Toyota Mark II. Мужчина, завидев впереди перегородивший проезжую часть микроавтобус, начал тормозить, но седан пошел юзом и встал поперек дороги. Следом затормозить не сумел шофер УАЗа. Врезавшись в Марк 2, отечественный автомобиль проехал вперед на несколько десятков метров. 4-м участником дорожной вакханалии стал водитель Honda Fit. Его машина оказалась на снежной куче и плотно застряла в сугробе. Понесло просто, жму на тормоз, вообще машина не останавливается. Понесло и все. На кого внизу машина, и что стало сделать? Сугроб. Молодому человеку повезло больше всех. Ему не понадобилось вызывать ни эвакуатор, ни сотрудников ГИБДД. На помощь хабаровчанину пришли автолюбители и прохожие. Машину вытаскивали силами 6 мужчин. Погоди, не газуй, не газуй, что толку? Вообще не трогай. Газуй. Убери. Открой окошко. Нитравку поставь. На, слушайте, потому что мы прожаренные. Давай. Сотни лет.
Давай, раз, два, три его развернем. В дорожный бой автолюбителям пришлось вступить после того, как на этом участке побывала тяжелая техника. Первыми проехали грейдеры. Они сняли верхний слой накатанного снега. Следом двигались КАМАЗы, оборудованные щетками. Пластиковая щетина в буквальном смысле отполировала проезжую часть. Пескоразбрасывающие машины, которые должны были сыграть финальный аккорд в этой дорожной битве, от головной части колонны отстали и появились здесь слишком поздно. Уже после того, как были разбиты машины. Посыпать удалось лишь часть дороги. По наиболее скользкому месту дорожные службы обещались пройтись, как только инспекторы ДПС оформят аварии. С места происшествия Валентин Борозняк, Ольга Соколова и Алексей Овчинов. Пожары и кражи недели в последней части выпуска. Вот что вы увидите в третьем блоке. Убытки движимые и недвижимые. В Южном округе сгорели 8 боксов автосервиса и 2 автомобиля. Пожар начался в лакокрасочной камере, закрытой в выходной день. Пламя в царстве воды. В железнодорожном округе по неустановленной причине дотла сгорел закрытый на ночь автомоечный комплекс. Вместе с ним огонь уничтожил оставленный в боксе автомобиль.